Всем привет! Я сейчас пришла из пункта выдачи, взяла свои покупки, которые я заказала, то бишь мой заказик. Так что ожидайте, сейчас я буду снимать видео о том, что я заказала. Ну что, положила я свой пакетик на стол и уже распаковала его. Вот, и перед вами несколько предметов, которые я сейчас взяла. И сейчас я вам покажу. Итак, давайте вот с этой коробочкой скажемся, покажемся, как она, что там есть. Так, открываем. Упс, открыла я немножко неудачно. Я порвала пакетик. Итак, это арахис. Кстати, довольно вкусный, не пережаренный, не соленый. Самое оно, что я хотела. То есть, в принципе, естественно, я заказывала тот экземпляр, который я и хотела. Тут идет целый килограмм. Вот. Так, потом сейчас я пересыплю, отодвигаем. Следующий идет у меня еще одна коробочка. Вот такая большая. Сейчас тоже посмотрим, что в ней находится. Много-много пупырчатой бумаги, и я заказала чипсы, бананы. Вот, целый килограмм. Тоже зеленый слон, как и арахис. Вот, целый килограмм чипсов я заказала. Вот так они выглядят. Ага. Довольно вкусно. Очень вкусно. Рекомендую. Так, открываем эту. Это у нас ягоды годжи. Тоже зеленый слон. Тут упаковано хорошо, фольга. Ну что, открываем. И просто так же. Вкусно. Очень. Так, следующий пакетик открываем, достаем, неправильно открыла, но еще раз открываем. Так, ой, это у нас станок, то есть бритва к нему. Ну, то бишь бритца. Так, и последнее, что здесь у меня находится. А, это у нас подводка. Да, я заказывала подводку в таком серебряном, по-моему, оттенке. Так. Вот такая подводочка. Сейчас ее открою. Очень тоненькая кисточка,
Очень тоненькая. И сейчас будем рисовать. И вот так выглядит. Прикольно, правда? Блестюшка. Вот, что я заказала сейчас в данный момент. И перед вами я распаковала все это дело и показала. Вот. Итак, это арахис зеленый слон без соли. Это ягоды годжи. Это бананы. Ой, рассыпала, ничего страшного. Так, и станок. То есть бритвенный станок. Бритвы. Вот. И подводка. Вот что я заказала. Спасибо всем за просмотр. Спасибо вам всем за комментарий. Хорошего вам дня. Можно кушать, если вы еще не покушали. Приятного вам еще аппетита. И хорошего вам времяпрепровождения.